Привет! Сова! На качелях сидела. Как дела? Не съели тебя комары? Ага. Не съели? Я тут прям все мокрое. Давай я вот сюда зайду. Ага. Чтобы освещение было такое. Сова, у тебя как-то перьев поуменьшилось, да? Крылья вон висят, потому что крайние перышки из хвоста повыпадали. Ну и что скажи, чудо? Все мокрое у тебя тут такое. Совара, сова, опять уши все в росе, да? Посмотрю, есть что у тебя, нет? Вроде никаких. Нет, ой, как она дружно подушечки положила. Прям милота милая. Опять ничего не видно. Как ночь прошла? Угла. Нормально, скажи. Еще не прошла. Вот это перо надо, чтобы сменилось. Ой, трогаю тебя, да. Как ты прям как балерина перешагиваешь по бревну. Да? Давайте раскачаем. А то что ты вот сидишь посерединке, а мы тебя не качаем. Во. Здорово же. Он к нам морожка идет. Сидела, решилась пойти по росе. Сейчас у нас кошка будет мокрая вся. Тебе нравится качаться, сова? Кто там крадется? Угу, да. Скажи, ну ничего, можно покачаться. Морож. Ты решила пописать на тропинку? Ну, я что, кошка без комплексов, да? Неужели я вам ямку копать буду? Я же никакую. Ну что? Крадется. А тыквовый букет собирать пойдешь? Ну, пойдем за тыквой. И твою сорвем, хорошо? Елки тут. Ой. Выросла тыква. Будем ее рвать. Красивый букет. Мороже, смотри, да. Ой, какой большой цветок. А он с тыквой? Не, он тоже без тыквы. Поэтому мы его сорвем. Какова красота. Так вот. Смотри, морожка. Морожка, смотри. Тинк. Это же можно цветок для лучика. Сходить к нему и надеть его на лучика. Большой сохранить. Так, это уже отцвели. Вы тут много отцвело. Их можно просто.
просто так забрать. Надо какую-нибудь корзиночку нам, что ли? Для цветов. Марош, пойдем корзинку возьмем. Ты опять ешь эту невкусную траву. Я сейчас приду с корзинкой. Кошка в России. Пойдем к следующей плантации тыкв. Пошли, Марош. Идем? Киса. Вон туда. Давай. Винь. Пойдем. Марош. Идем. Не хочет мокрую траву. Киса, пошли. Пойдем дальше. Ой, дерево. Там ругается, не видно. Мне вон туда надо. Какова там красота. Ух, сколько здесь цветов. Здесь всем хватит и лучику, и блинчику, и всем крысонькам. Вообще. Самих тыкв тут особо нет. Им тут и земля, наверное, плохо, и вообще они... как-то плохо завязывается. Хотя вот эта тыква больше на кабачок похожа. Возможно, это кабачок и есть. Ну что ж. Кабачки, это тоже хорошо. Ой, они отваливаются. Какое все красивое. Да, судя по размерам цветочка, это кабачки. Ой, там Марошка мчится. Мароша! Да, какая ты классная мокрая кошка. Так вот гулять рано утром. Что-то мне не нравится. Ну, давай, помогай собирать. Мне кажется, эти желтые листья надо убрать, можно выкинуть. Потом руки свободные будут. Через несколько часов все эти цветы завянут. Они очень мало цветут, к сожалению. Марош, что ты там поймала? Нос об крапиву не уколи. Что там?
Кто? Лягушоночек маленький, жабенький. Жабеночка, не трогай жабеночку, малыша. Ты лучше посмотри, какая у нас вот красота. Марош, ты опять нализалась жабу? Смотри, Марош, давай сфоткаем. Иди сюда. Что там? Пукан. Ой. Ладно, сейчас дособираем. Пойдем к лучику.